Всем привет! Сегодня будем разбирать два телефона Panasonic. Фирма, сейчас не точно не помню какая, но они одинаковые. А вот модель 661RU KXTGA661RU. В общем, этот вроде с виду рабочий, но здесь тихий динамик и микрофон не работает. А этот рабочий, но две кнопки не работают. Основные — прием, вызовы и сброс. Кнопки сами не нажимаются. Сейчас либо кнопки в этом сделаем, либо сюда микрофон с динамиком переставим с этого. Сейчас для начала разберем. Посмотрим, из чего он состоит там внутри. Разобрали. Здесь вот система, в принципе, как в пультах управления в телевизорах. Кнопка сама по себе, в принципе, целая. Здесь вот есть эта площадка для нажатия. Здесь единственное, все в какой-то жидкости, то ли вода, то ли еще не знаю что. Сейчас попробуем протрем. Может будет нажиматься. Микрофон здесь. В принципе, не маленькие, мне такие должны быть. Можно будет, если что, запаять. Но микрофон в том будем паять. Либо просто вот эту клавиатуру вот отсюда переставим. Но вряд ли дело в клавиатуре. Скорее всего, дело вот в этой площадке. Сейчас ее протрем хорошенько, еще раз попробуем. Еще не намочено, значит. Все-таки здесь поверхность должна быть сухой. Микрофон с виду целый, но почему-то не работает. Так, перепаяем его. И здесь протрем, может, два телефона даже сделаем. Динамик, правда, здесь тихий. Может, динамик от телефона какой-нибудь, от сотового запаяем. Здесь обычный динамик, два провода. Плюс-минус. Так, ладно, сейчас протрем растворителем вот эту площадку. Попробуем понажимать. Решил просто клавиатуру поменять. И, в принципе, она стала нормально нажиматься. Все клавиши с легкостью нажимаются. Вот.
вот с этой клавиатуры с трудом нажимается, даже цифры, не то что вот эти кнопки. То есть, походу, там уже вот это покрытие плохое, что ли. Или здесь еще попробую стеркой протереть. Здесь еще щеткой пройтись. Тогда его поставлю на этот телефон. По цветам немного будет отличаться. И заодно там сейчас еще микрофон проверим. И динамик. А это пока можно оставлять. Я думаю, что будет работать. Сейчас еще проверю динамик, микрофон тоже на всякий случай. И займемся вторым телефоном.